Можно, да? Мы начинаем проект, который изменит все. Ну, как вам объяснить? Вот представьте, что у вас перед глазами есть какая-то реальность, и вы накладываете на нее фильтр, скажем, из Инстаграма, и волшебным образом эта привычная вам реальность превращается сразу в рисунок или в карикатуру. Это привлечет весь мир. Мы уже отправили письма практически всем, кого мы знаем и любим. Микки Рурку, Йоко Оно, Юрию Куклачеву, Харуки Мураками, и нам даже уже отвечают. Вот философ и марксист Славой Жижик пишет: «Отличный проект, жаль, я так болен, что не могу принять участие. Умберто Эко тоже хотел бы присоединиться, но восстанавливается после болезни». Это делали наши родители, наши бабушки и дедушки. Делали они это везде, на даче, дома, на работе, на природе. И почти все получали удовольствие. Теперь и вы сможете сделать это. Перечитать и пересмотреть главный советский сатирический журнал «Крокодил». В течение года мы хотим старым казахским способом выпустить 12 книг. 12 томов истории 20 века. Истории глазами сатирического журнала «Крокодил». Мы хотим опубликовать все самое интересное и необычное из архивов этого журнала с 1922 года. Вы увидите карикатуры, которых никто давно не видел, и прочтете тексты, которых никто давно не читал. И вы сможете узнать о 20 веке то, что знали о нем наши отцы и деды. Мы уже отправили в типографию первые 3 тома этой истории. Мы очень не хотим останавливаться на достигнутом. Нам не хватает сущей малости – 1 миллиона рублей. Присоединяйтесь и не пожалеете.